Вітаю, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми будемо говорити про те, як живуть студенти в місті Миколаєві. Говорити будемо про студентську республіку. Для цього я запросила на студії наших наступних гостей. Тож знайомтесь, це Микола Дмитрієв, головний спеціаліст обласного управління по роботі з молоддю. Вітаю вас, Микола. Доброго дня. Та Вікторія Іванова, студентський мер Миколаєва. Вітаю тебе, Вікторія. Вітаю навіть з тим, що ти, я знаю, нещодавно саме стала студентським мером. І як воно взагалі? Ну, дуже весело. Вже почали працювати, вже робимо якісь заходи. І, в принципі, сподіваюся, що моє таке обрання, воно буде дуже продуктивним саме для міста та для молоді міста. Як тебе обрали? Що ти робила для того? От поділися буквально декілька секретів, як стати мером. Оце особливо, ну хоч і студентське, проте все ж таки мером, особливо це дуже актуально перед виборами, як ми всі знаємо. Можливо, хтось із кандидатів скористається твоєю порадою. Ну, моя перемога складалася з двох таких елементів. Це команда людей, які приїхали, які допомагали мені йти до цього. Та самостійна інтелектуальна якась праця, написання різних там докладів. Таке. Ну, добре, я тебе вітаю. Студентська республіка, що це, з чим це їдять і взагалі навіщо це у Миколаєві? Студенческая республика, она существует по всей стране, по всей Украине. Также она принимает участие иногда представители других стран, ближайших к Беларуси, Молдовы. Был такой опыт в 2013 году. Я также был участником, я уже 7 лет принимаю участие в студенческой республике и в Николаеве, и в всеукраинском этапе. Студенческая республика, она заключается в нескольких этапах, в нескольких прохождениях. Сначала проходят региональные этапы, где выбирают уже, как мы обсудили, вот, студенческого мэра от Николаева. Вот им стала Виктория Иванова, и также тебя поздравляю еще раз с этим. И сейчас мы готовимся к всеукраинскому этапу, к выборам студенческого президента. Они ранее проходили в Крыму, но в связи со всеми событиями переехала всеукраинка, как мы ее называем сокращенно, в Николаев, в Николаевскую область. Будет проходить там же, где региональный этап, в селе Рыбаковка. Приезжают около 800 тысяч студентов с каждой области, приезжают мэры каждых городов, областей и борются в этом за это звание. Я сам уже попробовал себя в этой борьбе, пытался стать студенческим президентом в 2012-2013 году, только в 2013 смог добиться. Николаеву вообще есть чем гордиться. У нас есть также Олег Соколи, который в 2010 году стал тоже студенческим президентом, был студенческим мэром. Поэтому, в принципе, можно говорить про некий социальный лифт, который студенческая республика дает студентам. Например, Олег Соколик сейчас самый молодой по всей Украине начальник городского управления по работе с молодежью, там семьи детей и молоди. У нас был уже на студии, я не знала Олега, но мы непосредственно пообщались, очень приятное впечатление. И очень круто, что именно в Николаеве так, молодежи, вот как говорят, молодежи почет и дорога. Действительно здорово. Ну и ты, смотрю, вот главный специалист сам. Ну, в принципе, для меня это достаточно так еще интересно. Получилось, отучился 6 лет по технической специальности и благодаря общественной деятельности открыл как бы себе так вот интересы свои и пошел вот работать уже по специальности непосредственно. То есть с самого начала знакомиться с бюрократией, с системой, стараться менять что-то молодежь. Скажи, пожалуйста, а зачем вот вообще ты начал этим заниматься? Это вот как ты говоришь, такой социальный лифт, ты хотел сделать себе карьеру или просто ты действительно вот переживал, болел за права? Ну, студентов. У каждого человека есть какие-то свои амбиции и какой-то, вот, скажем так, вот вещи, от которых он получает кайф. То есть я, в принципе, от того, что я помогаю молодежи проектами и сам в них участвую, получаю от этого огромное удовольствие. Особенно, когда я вижу, был у нас проект в 2010 году, когда я только начинал заниматься общественной деятельностью, мы работали с детьми в школе-интернате в Антоновке тоже. Это вот меня, наверное, самое основное еще подтолкнуло. Когда я видел этих улыбающихся детей, когда приезжаешь первый день, они боятся, они закрыты, они стараются как бы подальше от тебя на третий где они просто не хотят тебя отпускать. Ну, дети не очень чувствуют энергетику. Если хороший человек, то это однозначно, они тебя не отпустят. Да, и молодежь на самом деле так же самое. То есть, как бы оно ни казалось, что уже подростки, там тяжело с ними общаться, находят общий язык, ну, все достаточно просто. Все, по всем видно, когда человек получает какой-то опыт и видит, что, опыт в знания, он всегда остается довольным и хочет тебе ответить этим же добром. Поэтому у нас достаточно сильная команда. Я также вот ездил, частично помогал Виктории, то есть был с ней в команде. То
готовитесь для этого участия. Сегодня вот готовимся, уже начали, стартовала подготовка Всеукраинской студенческой республики. Будем баллотировать Викторию в студенческий президент. И тем более опыт победы у нас уже есть. Думаю, у нас все выйдет. А нужно ли вот студенческому президенту там какой-то стиль определенный? Знаете, вот над командой кандидатов там куда-либо работает обычно очень сильная такая команда, там и стилисты, и пиарщики, да. Вот у Вики есть что-то подобное? А если тебе скажут, вот победишь, ну нужно перекраситься в блондинку и коротко постричься. Ну, я считаю, что чтобы то ни было, в каких бы ситуациях ни оказался человек, человеку главное оставаться именно самим собой и не терять вот те качества, те внешние черты, которые, с которыми человек и добился победы. Потому что я считаю, что лично мое мнение, что если человек меняет что-то внешне, значит, у человека есть какие-то комплексы, не сильно хорошие моменты. И поэтому я считаю, что главное вот оставаться собой. Да, очень хорошее. Быть собой – это очень хороший такой лозунг по жизни. Скажи, пожалуйста, вот Коля и Вика, как вы считаете, у вас есть уже определенный опыт, николаевские студенты, они какие? Чем они отличаются от студентов других городов? И отличаются ли? Ну, в любом случае, Николаев – это вообще это город, который я популяризирую где только один нахожусь. Я обожаю наш город, обожаю нашу область, тем более нам действительно есть чем похвастаться. И у нас не только студенты, у нас все отличаются по большой причине, то, что Николаев был закрытым городом очень долгий период, военным городом, поэтому у нас такой вот… Варились собственным собой. Да, как говорится, томились, то есть собственный менталитет, поэтому… На фоне горожан наша молодежь, которая уже становится более европейской, более, так говорится, продвинутой, в технологическом процессе разбирается, то она очень ярко выражена. На фоне таких старых стереотипов, типов таких заводчан, закрытых людей, то наша молодежь очень яркая. И даже вот все мелочи, которые у нас происходят, они настолько ярко выражены, что это замечают все и наши гости. Вот недавно приезжали, нам проводили презентацию стажировок в Верховной Раде. Мы также вот планируем помочь ребятам податься, помочь и знаниями, и опытом, чтобы у них получилось попасть и на эти стажировки проходить их в Киеве. То даже сами представители говорят: круто, мы не ожидали, что вы летом сможете собрать столько студентов, заинтересованную молодежь вот в этом всем и достаточно образованную. То они были удивлены тем, а им есть что сравнить, они поездили уже по другим городам. А чем вы мотивируете молодежь? С одной стороны, море, лето, какие-то напитки, девушки, и тут жара, надо сидеть в офисе, какие-то непонятные стажировки. Баланс. Во всем должен быть баланс. Вот студенческая республика – самый яркий пример. Она проходила у нас где? В Рыбаковке. Да. Где было и море, и напитки, и интеллектуальное развитие. То есть, в принципе, 90% студенческой республики – это люди, которые едут в основном отдыхать. Но этих 90% привозят 10%, которые едут бороться интеллектуально и мотивируют уже сами. Это как внутреннее… Это мини-общество. Да, да, такие мини-общества, их несколько, там делятся на группы и, скажем так, иногда заставляют, иногда просто дают понимание, что это будет проходить, и люди: о, точно, там было что-то, я пойду схожу, посмотрю. То есть, в принципе, как раз вот самый баланс, это очень тяжело было иногда вытягивать людей с моря там на какую-то интеллектуальную часть, на тренинг от известного какого-то преподавателя или тренера. Ну, мы справились, все хорошо. Вика, представь, что ты победила, ты стала студенческим президентом. Твое первое решение. Что ты будешь делать? Мое первое решение, наверное, все-таки собрать всю вот интеллектуально работающую на республике молодежь, которые работали на региональном этапе, на всеукраинском, и устроить такой формат скайп-встречи, чтобы обсудить их видение работы, потому что принимать решение самостоятельно – это хорошо, это удобно, но не всегда решение, которое я принимаю сама, не всегда может быть кому-то понравится. Может, у кого-то есть какое-то свое видение ситуации, поэтому главное, я считаю, это первым делом собраться командой, причем привлечь как можно больше заинтересованных людей и выработать общий план действий на будущий год. А что нужно студентам? Студентам нужно чуть-чуть отдыха, чуть-чуть веселья, чуть-чуть спорта, чуть активности, ну и немножко все-таки интеллектуальной какой-то активности. А что нужно сделать лучшего лучше для николаевских студентов? Я вот, например, тоже студентка, хоть и заочно, но я учусь на третьем курсе.
Сделать для меня что-нибудь хорошее, Вика. Ну, я на самом деле считаю, что студентам нужно просто немножко больше пространства для личной какой-то активности. Возможно, какие-то дополнительные места, где студент сможет прийти и не, без какого-то надзора вот, поработать, заняться своим делом. Хорошим примером вот, есть коворкинги. То есть это очень хорошая, полезная штука. И, в принципе, я считаю, что главное студента не трогать. Студент сам разберется. Сделать ему какие-то хорошие условия. Да, сделать ему просто хорошие условия и возможность развиваться. А студент уже сам выберет, чем ему конкретно заниматься. И... Это такой гуманистический подход и вера в лучшее качество студента. Да. Коля, скажи, пожалуйста, что вообще делает студенческий президент? Вот на что он что-то влияет? На самом деле студенческий мэр и студенческий президент достаточно такие вот странные статусы. По сути, в законодательном, на законодательном уровне полномочия не прописаны. Они прописаны только в общественной организации «Студенческая республика». Но в связи с тем, что у этой организации огромный опыт, то с этими людьми начинают считаться. Мы дважды ездили на стажировку в Киев, проводили ряд встреч и с депутатами с народными депутатами, с министрами разных уровней, тоже там с разными уровнями управления, начальниками. И, в принципе, люди прислушиваются, потому что Студенческая Республика, в ней переучаствовало, наверное, я уже не знаю, там сколько тысяч студентов по всей Украине. И это такая вот представитель, ну, этот статус, это представительство молодежи по всей Украине. И дает тебе возможность проводить проект и самое основное заинтересовывать партнеров, спонсоров для этих проектов, потому что финансовая часть сейчас, наверное, самая основная, потому что, на мое мнение, как вот сейчас я столкнулся и по работе с этим, самое основное – это дать возможность молодежи для самореализации, как уже сказала Вика, создать некую платформу. Допустим, если в городах областного значения с этим еще все просто, то основная проблема лежит в районах. Мы вот сейчас, я был ранее главой молодежной коллегии перед тем, как попасть на госслужбу, мы начали впервые за несколько, за 7 лет, мы начали наконец-то ездить в районы, проводить заседания в районах, знакомиться с молодежью. Я для себя уже в двух районах открыл очень много общественных организаций, действительно, на которых стоит обратить внимание. Там, то есть они есть. Да, они есть, они существуют. Есть, да, то есть если мы здесь, Николай, про них не слышим, то на самом деле их очень много. И мы вот сейчас планируем, я вот вместе со своим начальником Михайловским Тимуром Олеговичем поставили за цель в течение года побывать во всех районах, пообщаться с нашими профильными управлениями в РДА, просто провести встречи с молодежью и как-то наладить общий контакт на фоне, возможно, соцсетей. Мы сейчас развиваем как можно сильнее нашу группу в Фейсбуке, тоже молодежной коллегии при Облдеш администрации. Также, пока вспомнил, приглашаю всех вступать в социальных сетях в Студенческую Республику, искать, она есть как в ВКонтакте, так и в Фейсбуке, там постоянно постится вся самая новая информация. Мы постоянно распространяем информацию про возможности стажировок мировых от Erasmus+, Youth in Action, очень можно, много программ от Европейского Союза, тоже молодежных. Я сам непосредственно являлся участником, и для этого ничего не требуется, кроме как иметь загранпаспорт и желание. Да, и желание, иногда взнос там до 50 евро, то есть и поехать на 2 недели где-то, то есть полностью оплачивают, познакомиться с молодежью с других стран. Поэтому мы стараемся как можно больше информации доносить до районов. Самая основная проблема, с которой я столкнулся, это то, что у нас проходил конкурс проектов программ, распределение, то есть бюджетных средств для проведения в районах, в области разных мероприятий. То есть молодежные организации могли податься на этот конкурс с определенным проектом и получить, выиграть финансирование. Если там заседала комиссия конкурсная, более чем 10 человек. Но, к сожалению, с районов только в этом году мы смогли вытащить 5 представителей молодежных коллегий при районных госадминистрациях. И ранее такого опыта вообще не было. Постоянно деньги оставались в городе, были городские организации, они деньги оставались в городе. То есть до районов и так ничего не доходило, потому что про них никто не знал. То есть в этом году мы приготовили доручение від голови облдержадміністрації администрации Мерикова про создание и возрождение молодежных коллегий при районных государственных администрациях. Сейчас мониторим этот процесс, как только они закончатся, обязательно, я думаю, к августу это все закончится, ко Дню независимости проведем общий съезд в Николаеве. Надеемся, что вы нам поможете как раз донести до людей, конечно, что такое происходит. Конечно, обязательно. Хочется обратиться к нашим телезрителям, которые живут не в Николаеве, но в нашей чудесной области, к этим замечательным людям, которым очень много именно в нашей области, просто огромное количество.
Если вы молодые, амбициозные, вообще не сидите дома. Есть огромные классные условия. Если хотите что-то создать, нужно только ваше желание и все. Да, мы как управление по работе с молодежью и областью, мы готовы всегда помогать. Может это быть, реально. Кто-то и заинтересуется. Вот я сейчас слушаю, да, кажется, да, я сразу тогда прорекламирую наше управление 371060. 371060, номер нашего управления. Меня зовут Николай. Звоните, всегда буду рад помочь. Как минимум, даже не всегда получается финансово, но иногда, может быть, получится найти спонсора именно в вашем районе. Может быть, получится просто знаниями, опытом своим помочь вам реализовать какие-то определенные проекты. Николай Дмитриев. Ищите Колю в Фейсбуке. В Фейсбуке, ВКонтакте всегда открыт к общению. Поэтому. Коля, скажи, пожалуйста, вот из твоей практики, у тебя очень большая, уже ты много работал. Было ли такое, что вот какой-то трудности, ты вот думаешь, зачем мне все надо? Вот сейчас все брошу, пойду, лягу на диван и буду книжку читать, фильм посмотрю, надоело все. Постоянно, ну, все время, особенно опыт мой общественной деятельности начинался с 2010 года, и в связи с политической ситуацией из года в год было все сложнее и сложнее находить общий язык с властями, которые были ранее, и очень много было у нас проблем для организации даже самых маленьких проектов, поэтому у меня есть громадный опыт организации бюджетных мероприятий, проектов для большого количества молодежи. Самым таким хорошим примером, вот в Николаеве проходит каждый четверг кино под акацией, она называется. Да, тоже. В этот четверг будет, да. Содри Хэмберт показывает мою прекрасную леди, обожаю эту актрису, обязательно скажу. Так что если так же самое, то есть с Николаевым есть желающие посмотреть, приходите совершенно бесплатно. Это замечательный проект. Да, Я даже не знаю, что-то подобное во всей Украине есть. Ну, периодически, но они в основном платные. Вот сейчас также вот для автолюбителей открылся в Лесках. Я точно адрес не помню. Возле Дома культуры. Да. Там есть. Вот, так же самое кинотеатр там тоже платно. Летний. Там платный. Там да, платно, там платишь 100 гривен с машиной, а у вас совершенно бесплатно, очень приятная атмосфера, если почитать по отзывам, это что-то невероятное. Да. Ребята подготовились тоже очень серьезно. И таких проектов на самом деле очень много можно реализовать, то есть было бы желание, были бы руки, как говорится. Поэтому все в будущем, все ждем. Вика, тебе как будущего президента Украины, я искренне верю, что так и будет, скажи, кто тебя вдохновляет вообще? Какая женщина или мужчина? Может быть, Маргарет Тэтчер или еще кто-нибудь? Вот есть ли для тебя какой-то пример? Ну, на самом-то деле, я никогда не старалась искать себе примеров, потому что я считаю, что... Может быть, кто-то вдохновляет тебя каким-то поступком? Или если нет, просто сама себя. Нет, я считаю, что каждый человек индивидуален, и поэтому пытаться как-то искать каких-то моменты в уже случившихся ситуациях не лучшая идея, потому что она ситуация происходит под влиянием большого количества разных факторов, и поэтому я всегда рассчитываю просто на свою интуицию, на какие-то знания, умения, навыки и просто на саму себя. Скажи, почему ты вот пошла вот такое вот направление, хочешь вот заниматься такой работой? Ну, потому что я как представитель молодежи. Нет, я раньше. Ну, вот я... нормальная девочка сидит дома, печет пирожки, читает книжки, ходит на свидания. Нет, студенческий мэр, ей этого мало. Она теперь хочет стать президентом. Откуда такие амбиции? Почему ты так вот? Ну, возможно, потому что при достижении какого-то определенного уровня понимаешь, что ты с этим справляешься, и, в принципе, есть вот еще вот этот кусочек задач, с которыми ты справишься, на которые у тебя есть силы, время и желание. Главное, что есть желание над этим работать. Потому что, в принципе, я не вижу ничего такого плохого в том, чтобы там печь пирожки и параллельно решать проблемы студентов по всей стране. Ну, какая-то многогранная, это замечательно. Коля, скажи, пожалуйста, много проектов ты уже сделал, я уже так поняла. Какой самый такой вот, что может быть не масштабный, может быть маленький, кто тебе запомнился больше всего? Ну, самое основное, это первое выездное заседание молодежной коллегии. Там два проекта таких, оно в рамках было. Первое выездное заседание молодежной коллегии облгосадминистрации, это мы провели его в Вознесенске. Это, наверное, самое значимое, как я уже говорил, то, что молодежная коллегия существует уже много лет, и впервые за 7 лет, если я не ошибаюсь, существования, то есть полного, молодежная коллегия наконец-то сформулировала какие-то официальные предложения, это пропозиции, как консультативным дурачёрам, и внесла их, то есть отправила губернатору, на которую он обратил внимание, про них мы чуть позже расскажем также. И второе, то, что мы все-таки выехали наконец-то в область.
Самое основное, помимо того, что в области, мы также написали еще несколько ряд обращений про проблемы финансирования бюджета. То, что в 2014 году бюджет нашего управления был более 800 тысяч гривен на область, на молодежь. То есть это позволяло достаточно много проектов разных реализовать. В этом году 274 было, в апреле еще урезали на 36 тысяч. Uh-huh. То есть, в принципе, это в два раза меньше, чем бюджет городской. То есть, а мы как бы работаем с молодежью в области, поэтому очень много проблем, и тем не менее, ранее все, большинство денег, которые выделялось на область, оставались все равно в городе, как я уже говорил. То есть, молодежная коллегия предложила и попросила перерассмотреть календарный план, так и было сделано во время конкурса проектов программ. Молодежная коллегия делегировала туда своих членов, попросила в первую очередь надавать приоритет проектам с области, с районов непосредственно. В принципе, ко всем этим обращениям прислушались, они были реализованы. Сейчас самое основное обращение, которое, я надеюсь, и станет самым моим таким основным достижением, которое мы лоббировали, это создание отдельного структурного подразделения, потому что, к сожалению, сейчас бюрократическая система достаточно, немного влияет все-таки на работу, то есть на время работы, на ответственность. Мы сейчас не являемся юрлицом, то есть мы можем отправлять письма и ответы только от директора департамента, хотя иногда хотелось бы ускорить сам процесс, какую-то независимость, то есть можно было за подписью начальника быстро решить какой-то определенный небольшой вопрос. Поэтому мы сейчас ждем вот решения Вадима Ивановича Мерикова, как он к этому отнесется. Вроде, в принципе, он поддержал это. То есть, когда я был главой молодежной коллегии, он тогда еще поддержал. Скажи, ты довольно молодой. Да. А как на тебя реагируют твои старшие коллеги? Но же привыкли, если вот головный специалист областного управления по работе с молодежью, это такой вот серьезный дядечка, который вот ему уже за 30, он жизнь повидал, знает, что как. И тут приходит Коля, молодой, с улыбкой. Как реакция какая? У меня никогда не было проблем находить общий язык с людьми разного возраста, разных типов. И, в принципе, самое основное на госслужбе, на что обращают внимание, это на уровень твоих знаний. Uh-huh. Иногда мне, конечно, не хватает. То есть, иногда мне поначалу на госслужбе не хватало определенных знаний самой системы. То есть, в принципе, общественная деятельность дала мне опыт, знания, то есть, с одной стороны. То есть, с другой стороны, когда я уже стал госслужащим, я увидел много, скажем так, ответов на свои вопросы, которые у меня были ранее. Почему там не делают то, почему они не делают так, когда общественная деятельность, там, давайте делайте что-то, то есть я встретился с этими перепонами уже впрямую, и в принципе реагируют нормально и прислушиваются. Бывает иногда, то есть постоянно я прислушиваюсь, иногда спрашивают моего мнения в определенных проектах, что связано с молодежью. Проблем никаких нету, все открыты достаточно, по крайней мере, я уверен, могу сказать за наш департамент, уверен, что в других департаментах так же самое, и вообще, облгосадминистрация, она сейчас полностью открыта, и это показывает очень много созданных и возрожденных консультативно-дорадчих органов по туризму, по волонтерству, молодежная коллегия, поэтому, в принципе, никаких возрастных проблем там нету, они стараются как можно больше молодежи привлечь к работе. Так я там появился, в принципе, Олег Соколев в городе. Да, Олегу Сокольку привет, я думаю, он обязательно смотрит. Ребят, у нас осталось совсем немножко времени, давайте подытожим, что самое главное мы должны донести нашего телезрителя. Вот я для себя подчеркнула, что очень круто, что вы пошли в районы, все-таки для людей, для молодежи, которая живет в селах, есть какой-то реальный шанс, если они хотят что-то хорошее сделать для своих, там, клубы сельские какие-то, еще что-то, реально что-то сделать. Вот, я повторюсь еще раз уже под конец, 37-10-60 номер нашего управления, если у вас есть какие-то идеи, предложения, реализация в ваших районах, обращайтесь, Николай Дмитриев, управление по работе с молодежью. Если мы еще не были у вас в районе, то значит обязательно в этом году будем. Старайтесь сотрудничать с управлениями районных государственных администраций. У нас достаточно много молодых сотрудников во всех районах, я с ними сейчас лично со всеми знакомлюсь, пытаюсь наладить. К сожалению, не всегда хватает рук. Поэтому главное желание, терпение вот при работе с госслужбой. Осталось буквально 2 минуты, такой небольшой алгоритм. Вот я живу, не знаю, в каком-то селе, в Николаевской области, и хочу что-то там сделать. Что мне нужно делать? Куда мне нужно идти? Есть два варианта. То есть напрямую связаться с нашим управлением, мы уже поможем, как бы, может быть, там сверху, то есть связать, сконтактировать. Или если есть какой-то определенный вопрос или идея. Лучше, конечно, когда идея. Вопросы вы так, в принципе, много задают. Но, тем не менее, обратиться в районную государственную администрацию. Там есть, в любом случае, у каждого есть интернет, в основном, то есть у кого нету, то есть можно просто прогуляться, найти ее. Там есть
профильный зам, как минимум, и есть либо человек, который непосредственно занимается по работе с молодежью. Можно прийти в гости, можно найти в интернете его телефон, проконсультироваться у него. То есть два этапа. Либо работать с ними, если, к сожалению, там нету человека, бывает такое, что нету штатной единицы, можно обращаться к нам, мы уже будем как бы с Николаева стараться помочь уже отсюда. Поэтому все достаточно просто. Либо зайти в гости туда, либо обратиться к нам. Главное, чтобы было желание, тогда все обязательно получится. Друзья, спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня. Я нагадаю, что сегодня мы спілкувалися з Миколою Дмитрієм, головний спеціаліст обласного управління по роботі з молоддю, а також Вікторією Івановою, це студентський мер міста Миколаєва. Щиро дякую за те, що прийшли сьогодні. Думаю, що всім нашим телеглядачам, особливо молоді, було надзвичайно цікаво та корисно. Ми, ну, я впевнена, що все обов'язково у нас буде добре. І якщо у вас є ідея, будьте сміливими, наполегливими, і все вдасться. Дякую вам. Приходьте ще до нас у гості. Обов'язково поспілкуємось. На все добре. До побачення.